Эта картина была снята в 1958 году. У меня уже были сыгранные роли, и в театре я уже играл несколько интересных ролей, начиная с Ромео, Дон Сезар де Базан, «Коварство и любовь» и тому подобное, У меня были эмоциональные роли, и самое главное, что я готовился для кино. И случилось так, что меня сняли первые «Большие очуки», была такая героическая картина. В 1958 году режиссер Рондели был такой интеллектуальный, очень своеобразный, любящий родину свою, Грузию. Хороший литератор, хороший сценарист, ну и хороший режиссер. Он обожал актеров. И он, когда я снимался в первой картине, до него он всегда стоял и смотрел. Я, конечно, не мог подумать, что он может сразу же меня взять на главную роль. Без проверки, без подготовки, сразу же. Он, оказывается, следил за мной, следил, как я сижу на лошади, следил, как я работаю с партнерами. И, видно, это ему понравилось, и он сразу же предложил мне главную роль Махмуда в картине «Мамелюк». Ну, я, естественно, для меня это была очень интересная работа, так как первая работа моя была «Освободитель Грузии», историческая картина, и здесь тоже грузин, но мамелюк. Очень большую литературу он мне подал из истории, потому что произведение на одном листе бумаги. И от неизвестного автора. И он мне подал очень, потому что так как он был очень образованный человек, я день и ночь сидел с ним, и он мне готовил. И я, естественно, как уже профессионал, не могу смело сказать тогда, я начал глубже и глубже входить и искать в себя этого Махмуда. Конечно, в каждом моей работе присутствует Тотар Кобердзе, конечно. И так у каждого актера. Но я говорю «присутствует», потому что мы надеваем образ того, который нам предложен. Привычки этого. Мировоззрение, отношения и тому подобное. Ну, я был готов, мы начали сниматься. Ну, для меня лошадь это была, и как сегодня, это для меня просто большое, огромное удовольствие. И я могу похвалиться, что говорили всегда в Грузии, что так, как я сижу на лошади, так красиво никто. Красиво. Потому что все надо делать красиво. Любить надо красиво. Читать надо красиво. Вступать в диалог надо. Я говорю красиво, не подразумевая эту красоту. Я говорю, что красиво слово должно было сказано. Непридуманное. Оно должно быть подсознательно всегда с актером. Потому что если ты дан тебе материал, ты на себя не наденешь правильно, то у тебя будут рукава короткие, не будут застегиваться. Понимаешь, образ надо надеть на себя. И для этого надо прожить короткую, потому что в кино нет много времени для этого. Короткую жизнь. Вот я прожил короткую жизнь и был готов абсолютно сниматься в «Мамелюке». Работа с Рондели – это было просто огромнейшее удовольствие. Он был очень с большим юмором. Однажды, я сейчас вспомнил сразу, павильон не был готов. Там должны были взрывы, лошади, массовка, он не был готов.
Пришел Давид Евгеньевич, посмотрел, что-то не готов, сказал, что он заикался немножко. Позвал директора, сказал, я вас снимаю. Снимаю. Там кого-то еще снял. Там у нас был старый актер Анджо Паризе, который был пиротехником и работал уже, но был актером старым. Он вдруг подбежал и сказал, что Давид Евгеньевич, вы снимаете их, снимаете, а меня почему не снимаете? Он сказал, что я тебя тоже снимаю. Вот спасибо большое. Он думал, что он будет снимать в кино. Вот таким юмором он был. И вот актерская моя работа в «Мамелюке», она была принята людьми, зрителям. И восточная сторона, где она, значит, демонстрировала всю Египту, я получил большие какие-то призы, награды и тому подобное, и тому подобное. Я был с этой картиной в Сомали, Уганде, я не знаю, во многих странах африканских. И я попросил быть в Египте, где мамелюки жили ранее. Естественно, там никого уже не оказалось, но сидел там очень-очень-очень старый старик и курил трубку. Я сказал, что давай подойдем к этому старику и узнаем, сколько ему лет. Мы пришли и спросили, сколько вам лет, с переводчиком. Он сказал, что мне что за 100, это я знаю, но сколько за 100, я не знаю. Я сказал, что ну-ка спросите, с мамелюками. Он мамелюк, мой пра был мамелюком. Я сказал, что вы знаете, что в мамелюках очень многие были грузины, абхазцы, осетин, беверы, которые дети крали сам. Но я сказал, что грузины, вы знаете, я не знаю, но я знаю, что мой дед читал стих на фарсийском, на арабском языке, точнее, что за 9 земель, 9 морей сад прекрасный растет, что это моя родина. Я, говорит, помню, что это рассказывал. Ну, там, да, вообще слезы, он начал, мы, тому подобное. У него были дети, которые не знали, кто они, что они. И вот как раз в фильме в конце говорится о том, что когда погибает Махмуд, автор говорит, что ни один не был мамелюком, ни второй венецианцем. Они были сыновья сыновья, я хочу найти слово этого тяжелого периода, сыновья Грузии, в общем, сыновья несчастной Грузии, можно так сказать. И вот этот мамелюк был сын несчастной Грузии, не зная о том, что его предки отсюда шли.